Дума одобрила законопроект о предустановке российского софта на гаджеты. Государственная Дума 5 ноября в первом чтении приняла законопроект, который предусматривает предустановку российского программного обеспечения ПА на продаваемые гаджеты. Информация об этом содержится в электронной базе данных парламента. В пояснительной записке говорится, что отечественный софт будет более удобным для российских пользователей. Речь идет о его установке на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV. Предполагается, что перечень устройств, на которые нужно будет устанавливать российские программы в обязательном порядке, определит правительство. Инициатором законопроекта выступила группа депутатов из разных партий. Они же предлагали запретить продажу гаджетов без российского ПА. В соответствии с инициативой, в закон о защите прав потребителей будет введена административная ответственность для компаний-нарушителей. За продажу смартфонов и компьютеров без отечественного ПА должностных лиц предлагается штрафовать на сумму от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, а юридических лиц – от 50 тысяч до 200 тысяч рублей. Законопроект также находится на стадии рассмотрения и еще не прошел первое чтение. В конце июля специалисты провели анализ российского рынка ПА и предложили список приложений для предустановки на смартфоны, компьютеры и телевизоры. Сообщалось, что в 9 из 12 категорий приложений у отечественных разработчиков есть достойная замена иностранным программам.